Владелец сервера одного есть по Майнкрафту, который насрал всем тем, что сервер долго не выпускает. Я ему сейчас подбошу. И ничего. Типа да. Я научился дедосить, он мем какие-то делает. Да. Ты охуел? Я это делаю в... Не, ты охуел? Игорь, тебе нормально? Вот именно, что ты дурак. Так, смотрим. Чё она удалила файл? Так, почему у меня антивирусник Windows работает? Я не понял. Не-не-не, вот именно, из-за того, что я себя задосить могу. Защита от вирусовых угроз. Нет, честно, если теоретически, то могу. Защита в реальном времени выключить. Иди нахуй. Все. Убрал я защиту в реальном времени. Время додосить, хохлею. Да, прям хохлин. Давай, logic.exe, смотрим. Выполнить в любом случае. .NET Framework. Ой, надеюсь, еще вируса не поздно скачаю. Outfair, значит, можно выключить. И не мем. Просто скин. Блин, вот у тебя у папы RTX 2070, капец. Да еще и супер. Так почему он не скачает отдельный RTX? Почему он не поиграет в танки в Майнкрафте? В Майнкрафте есть RTX. В Portal, Portal RTX, а Portal RTX его не потянет, блин. Минимальные требования для Portal 3 RTX 3060.